Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про посмертне донорство в Україні. В нашій студії лікар, судово-медичний експерт, трансплант-координатор Анатолій Жмаков. Анатолій Жмаков – лікар, судово-медичний експерт, трансплант-координатор, нарколог. Співзасновник ГО «Дніпропетровська футбольна асоціація медиків». Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію у 2012 році. Віце-чемпіон світу з футболу серед лікарів у 2017 році в Австрії. Чемпіон України з футзалу серед лікарів у 2019 році. Хобі – футбол, книги та подорожі, життєве кредо – допомога людям зробить щасливішим кожного. Анатолію, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Анатолію, Україна – це країна, в якій трансплантація органів від неспорідненого донора на законодавчому рівні була прийнята не так давно, а власне у 2019 році. Тому взагалі це питання багатьох людей, українців, лякає і є мало відомим. Ви, як трансплант-координатор, власне, сьогодні нам все розкажете і про законодавство, і, власне, як це працює. Да, звісно, відповідаю на всі ваші питання. Любые вопросы в этом направлении, насколько смогу. Давайте одразу, от, власне, про законодавство. Чому от раніше це було заборонено, власне, а потім прийняли все ж таки у 2019 році закон, і коли трансплантація почала працювати? Ну, трансплантація органів, вона була, тільки від рідних к рідним. Ну, з 2019 року поміняли закони. После того, как президент Украины дал такое указание, что один из направлений развития здравоохранения должно быть трансплантация. Ну и с этого приняли новые законы. Есть люди, которые все это активно лоббируют, эти интересы. Ну и, конечно, с 2019 года был оформлен закон, но сама база еще там прописана, что должны каждое заявление должно внесено в базу, в реестр, который заработал в 2021 году. То есть мы с января месяца, как трансплант-координаторы, прошли обучение и дальше уже получили ключи, все доступы. Ну и каждое заявление, которое было в 2021 году, мы уже обязаны вносить в течение суток в эту базу. От давайте загалом про проблематику. Взагалі, от, власне, трансплантація органів від неспорідненого донора була можлива, але за кордоном. І українці до 2021 року витрачали багато коштів. От, приблизно в мене є цифри, як 400 мільйонів гривень на рік. Українці витрачали за кордоном для того, щоб, так би мовити, провести ось цю трансплантацію від неспорідненого донора. У 2021 році це стало можливим в Україні на законодавчому рівні, і, власне, вже почали трансплантації такого плану. І якщо можете, от розкажіть, скільки взагалі було проведено з 2021 року трансплантації ось таких від неспорідненого донора? У нас в 2021 году было проведено 313 трансплантаций всего. Это и от родственников, и посмертно, когда люди давали согласие, когда была установлена в медучреждении смерть мозга. И только после, в законе прописано, если человек живет и жил, и ему устанавливают диагноз как смерть мозга, то все, с этого момента можно уже проводить, есть согласие, можно проводить трансплантацию органа. Сейчас, да. Але ж, якщо є згода, так, взагалі в Україні, от давайте зазначимо, що є така презумпція, так, незгоди, і взагалі це означає, що, власне, всі українці не згодні, якщо не підписали ось таку письмову згоду. Всі українці не согласні. Только те люди, которые дали прижизненное согласие на донорство, они могут, которые занесены в базе, и человек-трансплант-координатор, который там видит смерть, смотрит, проверяет в базе,
если нет наличия согласия, то только после этого можно проводить какие-то мероприятия, ну, саму трансплантацию. Но, опять же, проблема очень серьезная, потому что так за 21 год, ну, я не знаю, может, 100 согласий в Украине подписали, а может и нет. Всего это... взагалі з усіх українців? Ну, я думаю, да. Потому что у нас нет, даже у трансплант-координаторов сделана такая система, таким образом, что нет этих списков, мы не можем видеть это всего. Это все независимо, чтобы конфиденциальность и доноров просматривать. И поэтому, насколько я вижу, как в базе такие порядковые номера, когда в апреле месяце я подписывал всю свою семью, я, конечно же, видел, там, допустим, седьмой свой номер, у меня номер 7. Тут это означает, вы были седьмым в этой базе. Ну, так? Я думаю, что это во всей базе, потому что сейчас я, когда вношу данные, там порядковые номера, они совсем чуть-чуть изменились. Ну, а больше всего трансплант-координаторов около 250 зарегистрированы на данный момент. Это люди, которые по всей Украине, да. Люди, которые прошли обучение и дальше уже, ну, могут, имеют доступ, получили все ключи и зарегистрированы в базе. То есть это те миссионеры, которые пропагуют, власне, вот это посмертное донорство? Ну, и... есть с 19 года внесена в реестр такая профессия, как трансплант-координатор. И в некоторых больницах уже есть ставки, которые люди... Это работа. То есть, есть совместительство, это такое профессия, ну, допустим, у меня это, я совмещаю эту работу. Ну, за эту работу, за прижизненное согласие никто денег не платит. То есть это волонтерство, по сути. Да, это миссия такая социальная, которую несут, ну, я для себя решил в этом году нести такую миссию, и хочется каждый день брать прижизненное согласие для того, чтобы пропагандировать это в массы людей, и, потому что люди об этом не знают, об этом не слышали. Они хотели бы думать, что такое есть, ну, только в фильмах. От, до речі, стосовно фільмів і взагалі, як в інших країнах, ви як лікар, судово-медичний експерт, це головна ваша робота, так? Да. Ви кожен день, я так розумію, зустрічаєтесь, з, або не кожен день, з такими ситуаціями, коли ви бачите, що, наприклад, чиясь смерть, так? Трансплантація – це не про смерть, а про можливість життя для інших людей. Да. Давайте про це поговоримо ще, будь ласка. Да, расскажу, как это вообще происходит у нас в государстве. Я как судебно-медицинский эксперт на дежурстве нахожусь в дежурном отделе. Поступает вызов, установили причину смерти, где-то человек умер на улице или в каких-то обстоятельствах. Нужно участие осмотра врача судебно-медицинского эксперта. Я выезжаю, смотрю. И там я встречаю родственников. Понятно, что родственники в критическом состоянии, они в состоянии шока, они в очень стрессовом состоянии. И мне, как трансплант-координатору, я должен с ними провести беседу. Как эту беседу вести? Конечно, это очень сложно. Это нужны психологические подходы, как правильно успокоить, как правильно подойти к ним, с какой стороны, как это объяснить, как это рассказать. И я должен все это объяснить, рассказать, и они должны дать согласие на посмертное донорство, как представители покойного. То есть это родные могут дать або посмертно, да, або есть, людина, да, может подписать тип... згоду по жизни. Есть, да. Есть согласие, которое дают прижизненное согласие на посмертное донора. Это сама людина. Это сам человек может дать. Он может поменять своих решений хоть неограниченное количество раз. То можно надати есть згода, згода, а есть потом незгода, він... да, и аналювати. Да. Все это есть, можно представителя, вы можете написать представителям, внести свои данные контактные, его контактные данные, и в случае смерти только через его участие можно будет подписывать какие-то разрешения.
Ну, есть много видов этих заявлений. Ну, и самая основная проблема – это то, что этот реестр, он не наполнен живыми донорами, то есть людьми, которые дали прижизненное согласие. И вот в этом и заключается проблема, потому что общаться с родственниками на месте происшествия – это очень сложно. Это колоссальный труд, который, ну, очень мало специалистов, которые могут это спокойно... Зрозуміло пояснити, да. Донести людям важливість. Даже учитывая, что трансплант координаторов там 200-250 человек, из них действующих, которые взяли разрешение, их очень мало. Я этим занимаюсь уже 8 лет, и ну, за свой опыт, наверное, один из самых больших в Украине у меня опытов в этом направлении, я взял там больше 1000 разрешений. И, ну, это, конечно, тяжелый труд, который, конечно же, несет свои плоды. Было проведено основное направление, это было забор тканей после согласия, ткани роговицы. То есть это поверхностный слой глаза, который в дальнейшем обрабатывался, проводился все исследования, смотрели наличие инфекционных заболеваний, какие-то проблемные вопросы, как оно, какие там критерии выбора. Если оно проходит, то дальше уже пересаживают людям как биоимплантат. То есть это возможность... отримати гарний зір і взагалі отримати зір іншим людям, так? Да, є заболевания, когда люди теряют зрение именно из-за истончения, это кератиты, это там забыл. Ну, неважно, есть заболевания, истончение стенки роговицы, и люди просто вытекают глаз, и люди теряют зрение. Для этого проводится искусственных заменителей, этому нет. Только роговица, только натуральный продукт, который вот дальше может спасти и улучшить качество жизни, само зрение. Тобто, оскільки ви підписали близько 1000 дозволів, то це означає, да, що близько 1000... Більше 1000, ну, допустим, є по критеріям вибору, по інфекційній природі, где-то какие-то. Всього за 9 лет там существования биоимпланта, вот направления роговицы, уже было пересажено 2500 роговиц. То есть это, ну, может кто-то думает, это немного, но... И учитывая, что только в Днепре есть банк роговицы, только Днепр работает в этом направлении. С 2020 года начал подключаться Запорожская область. Там тоже ребята активно заинтересовались, начали это все движение развивать. Там отличный руководитель, который это все, ну, понимает, насколько это ценно, важно, и то, что люди теряют зрение, и это может спасти, ну, почему бы этого не сделать? Анатолий, а скажите, будь ласка, от, а власне, в Украине зараз йде пілотний проєкт, так, от стосовно трансплантації. І я так розумію, що трансплантація безкоштовною є, так, для, трансплантації. Для людей. Розкажіть, будь ласка, стосовно цього. Трансплантація. Це, от ми говорили вже, що встановили смерть мозга, чоловіку є трансплант-координатор, який отримав согласие. Він оповіщає бригаду. Бригаду трансплантологов. Приезжает бригада трансплантологов, берут материалы, либо везут самого донора в те центры, где проводят, ну, перевозят или там авиасообщениями, или приезжают бригады, прилетают с пациенты в эти больницы, или база, когда вносится в базу ЕДИСТ, это, ну, Единодержавная информационная система трансплантации, сама эта база, она подбирает автоматически по критериям совместимости с реципиентом. И если там где-то у нас, допустим, в больнице Мечникова есть донор потенциальный,
сразу этот уже подобрали реципиентов и везут со всей областей, будет здесь забор, а сама операция может находиться там в других городах. И это может быть там несколько бригад, которые распределены по разным больницам. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, взагалі от запит на власне ось ці органи, так, необхідні для трансплантації стосовно людей, яких можуть оздоровитися власне за рахунок ось цих донорів. Да, так, можливі. Це є така база, і вона, напевно, вот там это... дуже велика черга, чи, ну, якщо знаєте, розкажіть ну, про це. Ну, якраз це і є вот эта єдина державна інформаційна система трансплантації. Туда вносятся данные по всем реципиентам, то есть трансплант-координатор должен вместе с врачами подготовить все анализы, все перечень огромных анализов, подготовить и внести их в базу реципиентов на ожидание. Они присваиваются разные типы, разные классы, насколько это важно, насколько это срочно это сделать. И вот все это подготавливается, и только потом, уже находясь в базе, донор подбирает. Это не так, что Вася... Реципиент, я давайте зазначим, что это людина, яка потребує... Да, которая нуждается в трансплантации. То есть это не так происходит, что Вася, я тебе сейчас позвоню, у меня есть донор, приезжайте, забирайте. Это такого не бывает, и как у нас распространено такие там... Побоювання, напевно, так? Страхи, что будут пересажены... Красти, продавати, все таке інше. Да. Я как трансплант-координатор, и я вообще не понимаю, как людям вообще... Это колоссальный труд, это огромное количество людей, это даже, может быть, не десятки людей, задействованных в этом процессе. И как это можно физически скрыть в нашем таком информативно развивающемся государстве, ну, для меня это нереально. Анатолію, а давайте розкажемо ще стосовно, розкажіть, будь ласка, власне, про досвід інших країн, наприклад, Америка, наприклад, Туреччина. Я знаю, що там зовсім інша ситуація. Як там з презумпцією незгоди, чи є така, і взагалі, як працює там трансплантація від неспоріднених донорів? Есть страны, там, где у них презумпция именно согласия. То презумпция согласия. Да, это кардинально другая ситуация. Мы все не подходим. Украинцы все не сгодны. Не подходим, да. А в таких странах, как Испания, это люди, которые все являются донорами. Если только человек при жизни не написал несогласие. То есть, если у человека проверяют, и у него есть несогласие, понятно, у него ничего никто не берет. Если у него нет этого несогласия, все эти ткани, все эти органы, любые, это может быть кожа, кости, соединительные ткани, ну, органы, понятно, это легкие, сердце, печень, это почки, поджелудочная железа, это роговица, это там, ну, полностью все, и кожа, и для, ну, в общем, проблема колоссальная, и это огромнейшие деньги, которые можно оставлять в стране, это деньги, которые не нужно вывозить за страну. И это взагалі здоровье нации, самой которые, нации, так. Конечно. Ну, и понимая, что такое трансплантология, какое обширное оно дает толчок развитию здравоохранения, ну, это просто для трансплантации нужно очень хорошие, сильные клиники. Люди, которые хотят развивать это, они должны сформировать у себя такие условия. Когда у нас есть такие условия, оно не может быть, здесь будет хорошо, а вышло за двор или там за дверь, а здесь все плохо. Это все максимально ускоряет процесс развития здравоохранения. Поэтому и выбрано государством такое направление, такие пилотные проекты с трансплантацией. Именно для толчка вот этого развития здравоохранения.
Зрозуміло. Анатолію, от власне я знаю, що теж на Дніпропетровщині, в дитячій обласній лікарні, нещодавно ми з лікарем, з хірургом тут в цій студії проводили інтерв'ю, він теж розповідав, що власна дитяча лікарня теж готується зараз і стосовно навчання спеціалістів для того, щоб була можливість трансплантації органів від неспорідненого донору. Тобто така підготовчий етап вже запущено і, ну, власне, чекаємо на те, що все ж таки будуть проводити трансплантацію такого плану і в Дніпрі. Ну да, зараз взагалі дитяча обласна лікарня готується к большому такому реконструкції, прям сильно хотят продвигать это направление. Там отличный руководитель, который это все лоббирует и продвигает. Я так розумію, що, як мені розповідали, що є великий запит від, ну, власне, пацієнтів, яким потрібна ця трансплантація, життєво потрібно. Пацієнтів огромное количество. Самая проблема на государство – это нехватка доноров. Нехватка органов, тканей, которые, ну, нуждаются люди. Это огромные просто очередя, огромное количество людей, которые теряют возможность жить, теряют возможность и видеть, и ходить, и качество. Мы можем говорить как про жизнь, так и про качество жизни. Люди, которые без зрения, без, они, ну, функционально очень их жизнь ухудшається. Я також побачила у Фейсбуці от, власне, акцію, яку проводять лікарні, лікарні України, от, наприклад, Феофанія, клінічна лікарня, підтримала флешмоб «Зробити більше», «Я обрав», «Я донор», і підписують взагалі лікарі цієї лікарні прижиттєві угоди на трансплантацію своїх органів у разі смерті. І також позначають інші лікарні і просять долучитися до акції, щоб, власне, підвищити довіру населення до донації, рівень проінформованості щодо пожиттєвої згоди на донації. Мені здається, що ось такі, власне, такі флешмоби, вони все більше залучають людей і показують, що дійсно трансплантація – це важливо, донорство – це важливо, підписання згоди – це також важливо, да, для власне всієї нації, для українців також. Да, конечно, это отличная идея, потому что у меня вообще история так. Я начал вот 30 числа подписал с Мишей Исаком согласие. Он выложил это все. Ну и я для себя принял решение. Я хочу сделать 300 согласий в этом году. Потом думаю, ну 300 это каждый день по одной, думаю, не, надо больше, хочу я максималист, я хочу больше это развивать, это буду укладывать больше сил, думаю, 500, нет, потом думаю, это, ну ладно, что себя обманывать, буду, хочу сделать 1000 разрешений в этом году, это прижизненных согласий, ну и когда начал это все движение, для себя сформировал, я понимаю, что это огромные затраты ресурсов своих внутренних, это огромные затраты времени для подписания, это приехать, это встретиться, это провести диалог, рассказать, ответить на все вопросы, это может быть час, это может быть полтора часа, это может быть полчаса. Ну, и я думаю, лучше я поставлю свою планку, свои цели. Якомога выше, так? Выше. И, но сделаю меньше, чем я сделаю 300 и скажу, с женой мне скажет, хватит уже, потому что мне от этой работы тебя я не вижу, никого я не вижу, с ребенком время не проводишь, как жить дальше в семье? Поэтому я себе думаю, нет, я сделаю 3 разрешения в день, буду делать и проводити далі. Але дуже добре, що ви обрали соцмережі і там, власне, пишете і пропагуєте. Да, да, это направление я начал, ну, вот каждый человек, с которым я встречаюсь, как правило, он увидел это все в соцсетях. Это Фейсбуки, Инстаграмы, ну, кто-то отмечает меня, кто-то на своей странице. Я стараюсь уделять, опять же, я встаю в 6:30 для того, чтобы написать пост. Это может занять там 30-40 минут времени для того, чтобы написать этот текст, который я дальше отмечаю людей, и у них как-то это пропагандируется.
И благодаря вот людям, подписчикам, я зашел как раз на центр, ну, на Facebook страницу Центра трансплант координации. И смотрю, а у них как раз флешмоб по Феофане, и буквально там день в день мы начали вот это. Это что говорит? Это единая информационная система, которая у нас в головах находится, которую мы, хорошие добрые дела, они распространяются не только так вот просто там кто-то увидел, а оно все у нас запрограммировано в общем сознании. Поэтому... Анатолій, ну дуже добре, що так відбувається, і власне да. Ось такий поштовх, так, ось цих флешмобів, напевно, соцмереж зараз буде продовжуватися. Да. Я пропоную вам зараз от, власне, розповісти нашим глядачам, яким чином вони можуть приєднатися, от, власне, зустрітися з вами, отримати можливість там почитати про цю згоду, отримати від вас інформацію. Можливо, якісь компанії захочуть, щоб ви прийшли і, наприклад, більшій спільноті, ніж одному-двом людям одразу розповіли про ось таку можливість. Да. Да, конечно, это очень важная миссия, это очень важная задача. Я для себя уже подготовил такие, я разговаривал с профсоюзами врачей области. Я хочу сильные такие организации, которые много врачей имеют, ну, не только врачей, вообще специалистов, провести какие-то лекции, собрать определенные, потратить час времени. Але вже більші мережі, власне, да, донести. Для таких, як лекції, які там 50, аудиторії там 30, 50, 100, 200 чоловік, це не важливо. Я могу рассказать, я могу поделиться, мы можем все заполнить эти документы. Я в дальнейшем я уже их регистрирую, потому что этот процесс подписания, понятно, это 5 минут времени. Так, но нужно рассказать, нужно внести данные. Все это сразу я в течение суток должен внести ваше согласие, внести в базу информационную. То есть это тоже сразу мы вносим на компьютере, ну и в дальнейшем уже оформленное заявление, оно уже никуда не денется. Ее нельзя ни удалить, ничего. Когда вносится в базу данные, оно все регистрируется. В истории пользования остается все, каждый заход, каждое открытие ключом доступа и где, откуда это проведено. Поэтому все, кто хочет у нас в области, я смело, спокойно звоните мне. Писать мне сложно, потому что нагрузка жизни, работы, спорта, социальной деятельности, так, семьи. Так, це зрозуміло. Это очень тяжело. Анатолій, я думаю, що ми надамо ваші контакти. І, конечно, власне, конечно. Вас, я только рад, наших глядачей буде лишь бы людям з вами была помощь. Я дякую вам сьогодні, що ви взагалі прийшли і розповіли про таку важливу тему посмертне донорство в Україні, все детально. І бажаю вам успіху в вашій важливій, корисній роботі. Спасибо большое. Да. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!